Всем привет! Окей. Я не знаю, должен ли я стоять перед монитором или с краю от него, чтобы все видели. 5 лет назад я присоединился к компании Fantasy. И когда я туда пришел, первое задание, которое у меня было, создать концепт для сайта ASICS. Сайт ASICS — это кроссовки. Когда мне дали это задание, я, в принципе, вообще без страха взялся за это задание, потому что, ну, easy. Я уже тогда 15 лет, где-то, нет, 10 лет на тот момент уже фрилансил, что-то делал, какие-то сайтики, и у меня были проекты на Behance с 10 тысяч лайков, поэтому я думал, что, ну, я-то точно знаю, как надо делать. Ну, и, в общем, я сел, и буквально за день-два, это был 2014 год, накидал вот такой концепт. Ну, в общем, как обычно, да, мы раскидали кроссовки везде, все тут было какой-то какие-то типографика цветная, большая картинка с надписью что-то типа «Это не сон, это ASICS» и все такое. В общем, все это задизайнил, был очень доволен работой, понес своему креативному директору. И вы знаете, американцы не такие люди, которые скажут сразу в лоб, что вы сделали говно. Они просто типа, ну, nice, nice work, man. Просто через неделю, когда мы презентовали это клиенту, я не увидел ни одного, ни единого пикселя из того, что я нарисовал. Вся работа была полностью переделана. Ее переделал на то время наш креативный директор Клаудио Гуглиери. И вы знаете, то, что он сделал, было прекрасно. Вот, на мой взгляд, просто прекрасно. Вот пару скриншотов из того, что он сделал, это, напоминаю, 2014 год. Что он сделал? Он, в принципе, не сделал ничего такого, чего не мог бы сделать я сам. С точки зрения визуала, ну, в принципе, ну, все понятно, и я также такие же тени, такие же формы умел делать, но почему-то я так не сделал. Что он сделал? Он сделал шаг назад и подумал о пользователе, подумал о том, как мы можем увлечь пользователя, удержать пользователя, как можем продать продукт. На самой главной странице он сделал, например, вот этот комбинатор аутфитов, и мы могли сразу вовлечь пользователя, не просто купить там футболку или кроссовки, которые ASICS продают, а сделать целый аутфит. Он сделал классный вот именно дизайн, продумал, как можно именно визуально поддержать вот эти убогие, на самом деле, дизайн этих кроссовок, которые у них с этими полосками. Всякую персонализацию для каждого кроссовка разный цвет. Он сделал всякие инфографики интерактивные, которые объясняли, каким образом работает тот или иной кроссовок, как он был задизайнен и так далее. Сделал всякие такие интересные маленькие ништячки. То есть все было сделано супер круто, супер идеально, и там были много-много-много разных идей. Я, в принципе, не вижу в этом ничего сложного. Просто я на тот момент не подумал о том, что можно сделать больше. Я сделал просто так, как я умел делать. Я просто пошел по своему привычному пути. И это был первый урок в Fantasy, первый урок в американской студии, что так делать нельзя. И нужно все время выходить за рамки своего текущего состояния, за рамки своих собственных знаний. Американский ученый Дин Симонтон. Сейчас будет скучно. Кстати, я напоминаю, что презентация на целый час, очень много информации, поэтому запоминайте. Американский ученый Дин Симонтон вывел формулу креативности. По этой формуле реально можно рассчитать, насколько креативный потенциал имеет ваша текущая идея. Итак, креативность равна формуле из трех множителей, из трех переменных. Первая переменная — это вероятность решения. Значение должно быть от 0 до 1, где 0 — это самое минимальное, и 1 — это максимально. Значит, вероятность решения — это пи. Ви — это наличие знаний в области идеи. И ю — это ценность решения. Совершенно очевидно, глядя на эту формулу, что если вероятность решения или наличие знаний в области идеи будет приближаться к максимуму или быть максимумом, да, то есть единицей, то вероятность креативного решения будет равна нулю или стремиться к нулю. Чем больше вы знаете, тем меньше пространства для креатива у вас есть. Мой любимый архитектор Франк Гери однажды сказал фразу, которая мне очень понравилась, она со мной прямо последние несколько лет. Если ты с самого начала знаешь, что ты собираешься делать, значит, это плохая идея.
Профессия дизайнера гарантирует нам бессонные ночи, гарантирует нам выход за зону комфорта, гарантирует нам страдания. Быть дизайнером так же, как быть художником, это значит страдать все время, челленджить себя, все время думать, а как сделать что-то интересное, что-то более интересное, чем было уже до меня и так далее. То есть это реально очень сложная работа и очень неприятная, особенно если вы начинаете. Когда вы начинаете, страх белого листа, я не знаю, как начать, у меня прокрастинация и так далее. Поверьте, с этим сталкиваются все хорошие дизайнеры. И я хотел бы сегодня показать два кейс-стади, в которых я покажу, как мы пытаемся бороться с этим и как мы выходим за эти рамки обычного, каких-то стандартного мышления и так далее. Но прежде чем это сделаем, небольшой эксперимент. Те, кто сидят, как минимум, пожалуйста, достаньте свои мобильные телефоны и поднимите вверх, вот так вот. А все уже достали. То есть вы сидите с мобильным. Окей, нет, держи. Теперь передайте этот телефон человеку, сидящему рядом с вами. Справа или слева, неважно. Поменялись? Теперь положите его телефон к себе в карман. Я знаю, это Белоруссия, это Минск, но мы все взрослые люди. Как у вас ощущения? Ладно, верните. Я уверен, что многие из вас ощущают дискомфорт. Почему мы ощущаем такой дискомфорт? Дело в том, что телефоны, да и любые наши гаджеты стали уже продолжением нас самих. Мы с ним проводим больше времени, чем с родителями, чем с любимыми людьми. Мы проводим с ними больше времени. Американская газета New York Post посчитала, что в среднем 41% жизни мы проведем у экранов любых девайсов, телефонов, там, компьютеров и так далее. 41% жизни. Если представить, что средняя продолжительность жизни у нас по миру 78 лет, то получается, что мы перед экраном телефона просидим 8 тысяч дней. 8 тысяч дней — это 21 год. 21 год днем и ночью без перерыва мы сидим у экрана мобильного телефона. Это реальность. И это ужасно. С другой стороны, это прекрасно. Потому что... О, прошу прощения, я не все нажал. Потому что это означает, что мы можем влиять на жизнь людей. Наше влияние как дизайнеров на жизнь людей огромное. Мы влияем на их пользовательский опыт, если хотите. И вообще user experience design — это дизайн опыта, по сути дела. То есть дизайн впечатления. Мы испытываем огромное количество впечатлений в нашей жизни. Мы, там, не знаю, сходили на концерт услышать бас, такой тяжелый бас приятный, да, или погладить щеночка, или, я не знаю, испытать вот этот момент близости с близким человеком. То есть какое-то вот это все наше впечатление, и они влияют на нашу жизнь. Так вот, user experience design — это дизайн не менее важного пользовательского впечатления, потому что он занимает огромную часть нашей жизни. Но произошла интересная штука в последнее время, и user experience design перестал таковым быть. В последнее время он все больше и больше похож на так называемый user transaction design, то есть дизайн, нацеленный на передачу и получение информации. Посмотрите на интерфейсы, которыми мы пользуемся каждый день. Скучные, квадратные, бездуховные, недушевные какие-то интерфейсы. Они нацелены на одну цель. Загрузить информацию, обработать ее и выдать вам обратно. Как можно быстрее, как можно эффективнее. Совершенно безжалостный обмен. И мы оказались в этой ситуации благодаря таким вещам, как спринты и MVP. Многие из вас наверняка сейчас, наверняка их используют, наверняка им учится кто-то из вас. И я должен сказать, что это отвратительно, это ужасно. Спринты и MVP — это использование… Ну, вообще, MVP что это такое? Это продукт, цель которого это дизайн, скажем так, цель которого наиболее быстро и эффективно создать работающий продукт и проверить его на целевой аудитории, как он работает и так далее. Проблема в этом подходе в том, что совершенно очевидно, что скоро нашу с вами работу заменит искусственный интеллект. Просчитывать сценарии юзабилити и делать eye tracking — это на самом деле для человека сложно, для компьютера это все проще и проще. У нас с вами, ребят, есть возможность влиять на жизнь людей.
делать не просто рабочие интерфейсы, которые работают, приносят прибыль, выполняют какую-то минимальную задачу пользователя, делают это быстро, эффективно. Наша задача — создавать эмоциональные продукты, приносить в продукты элемент человечности. И потому что, вспомните, 21 год — это четверть нашей жизни, даже больше, это треть нашей жизни. Треть в жизни мы проведем в тесном контакте с нашими девайсами. Это ужасно, но если, таковому быть, то пусть эти моменты будут приятными. Вот, и я хотел показать два кейса из нашей работы, где мы пытаемся как раз вот эту философию передать. Мы вообще во всех проектах пытаемся ее передать, где это нам удается. Первый проект, который я хотел рассказать, это компания Royal Caribbean. Royal Caribbean — это самая большая в мире круизная компания. Ей принадлежит 50 кораблей или 51. Самый большой, самый дорогой из них стоит почти миллиард долларов. Ну, в принципе, чтобы корабли, я на одном таком был, это 18 палуб кораблей, 12 тысяч человек перевозят за раз. Это мини-города, там есть все. И есть огромное количество разных впечатлений. Чтобы примерно понимали, что за впечатление, какое ощущение на этих кораблях, буквально 30-секундное видео. Клиент, с которым мы работали 2 года, у нас был контракт на 2 года, и за 24 месяца мы создали 14 разных продуктов. Это и управление температурой в каюте, и интерфейс телевизоров, которые везде висят, и в каюте в том числе. Это и какие-то виртуальные туры по кораблю, это и навигация на корабле и на суше, всякие разные приложения для персонала, интерактивные игры, куча-куча всяких разных интересных проектов. И... Но сейчас я хотел бы сфокусироваться именно на приложении. Так вот, как я сказал, на этом корабле огромное количество развлечений, ресторанов, баров, магазинов, экскурсий. Это просто огромный город на воде. Там есть центральная улица, там есть парк, там есть зоопарк, там есть что угодно. Это просто невероятно. И задача приложения, которое мы создавали, это усилить впечатление пользователей от путешествия. То есть приложение, которое навигирует тебя по всем вот этим развлечениям и как-то тебя с ними связывает. 6 месяцев у нас проходила вот эта коллаборация и подготовительный процесс до первого релиза. Через 6 месяцев, это довольно-таки быстро на самом деле для такого масштабного продукта, через 6 месяцев мы выкатили первый релиз в App Store и получили на самом деле ужасную оценку, но об этом позже. Немножко про процесс. Как мы создаем какие-то продукты? Первый шаг, который мы все время делаем, это создание фреймворка. Создание фреймворка — это как бы это сердце, это главная идея приложения, вокруг которой вообще потом вокруг обрастает всякими разными дополнительными элементами, всякой инфраструктурой, вроде кнопочек и прочее. То есть это самое-самое главное. Я хотел еще пояснить, что... Мы не думаем экранами, да, то есть экран входа, экран выхода, экран корзины, экран путешествий, там еще какие-то экраны. Мы думаем сценарий и контекстом. В каком контексте это приложение будет использовано и какой сценарий пользователь должен на нем выполнить. Поэтому это приложение имеет на самом деле всего 4 экрана. То есть оно не такое сложное, как могло бы показаться или как могло бы получиться, если мы следовали именно парадигме работы с экранами, а не со сценариями. Так вот, первый шаг — это создание фреймворка, создание интересной идеи. Второй шаг — это тестирование идеи, то есть накладывание на нее реальной информации и тестирование ее с реальной целевой аудиторией. Ну и, в принципе, результат, который получился, вы видите на экране, я, наверное, отойду сюда. Это приложение позволяет знать все о путешествии. Это практически твой спутник. Это как у вас iPhone сейчас, у вас спутник во всем мире, ну, на улице и так далее. У людей, которые на корабле,
это приложение стоит на главном экране. Они все время на него смотрят, потому что без него путешествие больше не полноценно. Это приложение рассказывает все о путешествии, где, куда мы плывем, где мы остановимся, какие будут вечеринки, какие люди будут приглашены и так далее. Мы знаем все о развлечениях. Мы можем забронировать любое развлечение. Мы можем забронировать столик, мы можем забронировать цирк, выступление в театре, что угодно. Это приложение живет и обновляется в реальном времени. То есть вплоть до того, что он показывает время суток. Он показывает, где мы сейчас плывем. Он показывает, если мы остановились, куда мы можем сходить. Он показывает какие-то изменения, обновления в программах и так далее. То есть это приложение, которое живет и меняется вместе с тем, как проходит ваше путешествие. Естественно, не могу не сказать о деталях. Потому что, как известно, детали делают дизайн. Самым интересным, наверное, в этом проекте, это была работа над визуальной составляющей. Клиент действительно очень понимающий, очень хотел, чтобы все было очень сочно. И мы делали, например, 3D-рендеринги каждого корабля, а там 50 кораблей и всех палуб, все палубы тоже в 3D, для того, чтобы пользователь получил этот experience, он получил эту эмоцию. Он не просто смотрит на схему кораблей, он смотрит на свой же корабль сверху, он может найти свой же шезлонг, он может найти свой, вообще, где он, бассейн, где он плавает, он может все там найти. Вот, и это было, наверное, самое приятное в этом проекте. Ну, несмотря, конечно, не учитывая почти что еженедельных поездок туда на корабль к заказчику, они находятся в Майами, это очень было приятно. Вот. Но эта работа была просто супер. Естественно, цифры. Цифры всех бизнесменов интересуют, и нас они интересуют в том числе. Рост продаж через предложение повысился на 52%, это миллионы долларов. Посещаемость мероприятий на 45% и оценка в App Store с 4,5 звезды, хотя начали мы с 3. Когда мы выпустили, это было ужасно сложно, потому что приложение действительно очень, очень объемное, очень должно быть интерактивное и интересное. В принципе, все. Все по поводу этого приложения. Второе приложение, которое я хотел вам представить, это приложение MasterClass. MasterClass — это бывший стартап, теперь многомиллионный проект, который обучает вас всяким разным интересным вещам. Отличительная особенность мастер-класса в том, что они приглашают только самых-самых-самых крутых спикеров. Все актеры, все там Натали Портман, Кира Найтли и прочее-прочее. Режиссеры, Скорсезе, кто-то еще. Все там крутые повара, крутые актеры, крутые сценаристы, писатели и прочее-прочее. Все они учат нас, как делать свое ремесло. И это первая особенность. Вторая особенность в том, что контент просто потрясающий. Вот буквально минутка из рекламного тизера одного из курсов. Knife skills. The basics are so important. Three fingers down, and this beautiful knuckle is the guiding light across that knife. Cooking salmon. So the secret is to score the skin. That stops the fish from buckling up. You can't pick up the world's best cookbook and understand that you need to do it. Delicious. Everything I've learned, understood, stolen, perfected, is laid bare across this masterclass. For the first time ever, you're going to learn how to cook those ingredients from start to finish. I'm Gordon Ramsay, and this is my masterclass. Да, вот с таким контентом нам приходилось работать. Просто красивый, сочный, синематичный, с красивыми картинками. Это просто вот контент-мечта для дизайнера. И прежде я, конечно, покажу какие-то экраны и прочее, но прежде чем я покажу, я сразу покажу результат, потому что так будет, наверное, впечатление посильнее. Сразу говорю, что музыку для этого ролика, который опять сейчас появится, выбирал не я. Она слишком эпичная. Так.
Окей. So, итак, с чего мы начали? Основным элементом, визуальным элементом в этом приложении, надо сказать, что мы создавали его с нуля. То есть у них была только десктопная версия, и наша задача была именно полностью перенять мобайл и сделать его дизайн. Однако позже, после того, как мы представили этот дизайн, принцип, который мы представили здесь, были переняты и на десктопной версии, и даже в их рекламных роликах. Основной интерактивный элемент — это так называемый master wall, стена мастеров, на котором мы видим мастеров близко друг к другу, и мы можем выбирать чисто визуально. То есть это чисто визуальная история. Мы выбираем мастеров по визуальной картинке. Все эти мастера очень-очень-очень известны в Америке, и поэтому в представлениях особо не нуждается. И там их очень много, там их несколько десятков человек, и мы их очень быстро можем ими навигировать. И после того, как мы выбрали кого-то, кто нам может понравиться, переходим на второй шаг. На втором шаге, это вторая степень погружения, мы переходим на визитку. Вы видите, что опять же у нас есть картинки, и мы можем также перемещаться вправо-влево, вверх-вниз и слушать их визитные карточки. То есть мастера сами представляют свой курс. И это тоже было интересно, потому что для того, что это была наша новая идея, и для нее надо было снова записывать какой-то материал. И мы ездили, ну, я ездил только к одному человеку, но мы, команда мастер-класс записывала каждого спикера еще раз, буквально 15 секунд, его визитную карточку, в которой он представляет сам себя, говорит, я такой-то, мой курс об этом и так далее, и так далее. Вот. И далее третий уровень погружения, когда мы уже выбрали кого-то из тех, кто нас интересует, мы переходим уже на страницу описания курса, и там уже можем посмотреть какие-то детали этого курса, описание, отзывы, какие-то картинки и прочее, и так далее. Вот. Собственно, страница курса выглядит примерно так. И самое интересное, что действительно есть такой момент вовлеченности, когда спикер сам представляет и на странице курса с вами разговаривает, говорит, типа, давай, кликай сюда и покупай этот курс. Курс, на самом деле, очень дорогой. Один курс стоит, по-моему, $79, и длится он 2 часа. И, ну, в принципе, то есть для нас с вами, наверное, дороговато. Для меня точно. Вот. Ну, естественно, красивый там сжатый контент, это, в принципе, в представлении не нуждается. Любая деталь должна быть сделана на высшем уровне, даже если это просто какой-то комментарий или картинная галерея. Тут, я думаю, мы с вами на одной волне. Очень важный момент, мы хотели сделать элемент физической отзывчивости. То есть не просто там картинка, которая передвигается по экрану, и все. Мы хотели, понимаете, суть, как я уже говорил раньше, суть в деталях. И вот та деталь, вот как мы перемещаем эти карточки, мы на нее потратили столько же времени, сколько мы потратили просто на саму идею. То есть это очень долго было, чтобы именно приятно было передвигать эти карточки, чтобы чувствовался вес этих карточек, так же, как вес знаний, которые они несут. Они действительно прямо так физически их можно передвигать, это очень приятно. Есть огромное количество всяких разных микроанимаций, которые мы используем, и подсказки, и появления, и так далее. Все это создает вот эту эмоцию, создает что-то, что наш 21 год в интернете, да, и в приложениях как-то может украсить, как-то может приравнять к экспириенсу, который мы испытываем повседневно в нашей офлайновой жизни. I'm Annie Leibovitz. Я извиняюсь, у меня что-то нажимаю случайно на кнопки. Да, еще хотел сказать, что мы не делали онбординг в классическом понимании, мы сделали просто запись экрана, которая показывает, как этот онбординг работает. И вот он, собственно, должен сейчас играть. I'm Annie Leibovitz. I'm Stephen Curry. And this is my masterclass. And this is my masterclass. And this is my masterclass. Окей. Собственно, результаты. Результаты всегда очень важны и важнее, в принципе, чем все, что я рассказывал. Конечно, все приятно, прекрасно, но если бизнес не работает, то дизайн никуда не годится. Конечно, можно собрать лайки на Behance или на Dribbble, но главное, чтобы это работало, и это было разработано, можно было скачать, посмотреть, и это приносило деньги. Первый результат App of the Day в США и в Англии. Это очень приятно. Это очень приятно. Но еще приятнее, это
Еще приятнее – это оценки на App Store. Очень приятно читать отзывы людей. И не только оценка там 4-8, да, высокая оценка, но приятнее почитать все вот эти описания. Я читаю их каждый день и радуюсь, потому что ты читаешь о том, как это приложение, как твоя работа повлияла на жизнь людей. То есть люди пишут не только, ну, классный там интерфейс, а они пишут о том, как они изменили свое отношение к чему-то, о том, как они там чему-то научились, что-то взяли с собой, там посмотрели в самолете, так удобно и приятно и так далее. Вот эти моменты самые-самые классные. И, естественно, самая меркантильная цель, но она есть, потому что все стоит денег, увеличение, удваивание продаж и 80 миллионов инвестиций после редизайна. И также вот эта вся MasterWall, это стало основной key visual, то есть это основной визуальный элемент всей компании MasterClass, и это очень круто. Можно много еще показать каких-то концептов или реальных проектов, но все их объединяют несколько вещей. Это вот выводы, которые я хотел бы собрать в кучу и о них поведать. Первый принцип — это MLP вместо MVP. Многие, наверное, знают, что такое MVP. Это продукт, который, как я уже говорил, да, продукт, который призван с минимальными затратами и наиболее быстро создать, быть сделанным и проверить на целевой аудитории, как он будет работать. Но проблема в том, что вот наше глубокое убеждение, что пользователь устал от вот этих безликих однообразных приложений. Ему нужно что-то большее. Ему нужна эмоция, ему нужна какая-то дополнительная мотивация. И если мы им даем эмоцию, если мы им даем что-то, что он будет любить, что ему понравится на чисто эмоциональном уровне, то результат тестов MVP будет выше. Поэтому мы делаем не минимум valuable product, мы делаем минимум lovable product, то есть тот, который будет вызывать эмоцию. Второй тезис – устоявшееся решение – это приглашение к тому, чтобы сделать лучше. Мы в компании все время говорим invention over convention, то есть изобретай, а не копируй. Как я говорил, все уже было сделано до нас. И все эти спринты, и все эти MVP, и все эти готовые паттерны. Это все прекрасно, это действительно работает. Но это одна из причин, почему совершенно очевидно в скором времени нас с вами заменит искусственный интеллект, мы останемся без работы. Наша задача сделать что-то более интересное, более новое, выходить за рамки готовых паттернов и все время пушить, как говорится, to the next level. Третье — это сценарий. Главное — это сценарий, а не экран. Я немножко коснулся этой темы. Сейчас не 99-й год, у нас быстрый интернет, у нас быстрые мобильные телефоны, и мы очень много времени проводим в них. Наша задача — не зацикливаться на экранах, потому что экраны — это, опять же, какие-то устоявшиеся паттерны, которые мы используем. Если мы думаем о ситуации, в какой ситуации будет использоваться этот продукт, какой сценарий, какую функцию он выполняет в конкретно каких-то ситуациях, то мы сможем создать более интересную модель, более интересный визуальный дизайн. И он действительно, именно такой метод мышления все время нас выталкивает на какую-то совершенно новую, неожиданную идею. И она, может быть, вначале показывается немножко даже страшной, типа, ну это не может быть, у нас приложение всего из одной страницы. Но поверьте, это работает. И это очень интересно, и это то, что выделит вас на фоне других людей, которые просто делают одно и то же. И немножко такой, конечно, такой чизи, все говорят, вдохновляйся реальным миром, типа цветочками, да, там, и природой. Я говорю и об этом тоже, но и не совсем. Я говорю о том, что вдохновляться надо всем, что есть вокруг нас. Даже этот зал интересный, как он сделан в индустриальном стиле, да, и как это можно перенять, может быть, в вашем дизайне, там, серые цвета. Мне очень нравится, например, недавно одно из моих наблюдений, я пытался это перенять как-то в текущей проработе, которую я делаю сейчас. Я увидел сову, белую сову, абсолютно белую, с желтыми глазами и черными зрачками. Вот это сочетание 95%, 3% и 2% цвета, и вот именно это сочетание, оно прекрасно. И я увидел эту сову, я думаю, блин, круто, и я взял там полную белый интерфейс с желтой кнопкой и там черными какими-то элементами. То есть как бы просто перенимать их из разных областей нашей жизни, из кино, из откуда угодно, и это действительно работает. И это как бы переводит нас к
к следующей подтеме – это постоянное обучение. Я вообще очень советую и очень ратую за университетское образование, за такое образование, которое длится долго. Не потому что у нас много времени, а потому что долгое и фундаментальное образование, это могут быть и курсы какие-то серьезные, но не двухнедельные. Это дает нам время углубиться в какие-то темы, в которые мы в основное наше текущее время жизни не углубляемся. И первое – это теория. Это скучно может показаться, но, с другой стороны, это очень-очень полезно. И причина, почему это полезно, потому что вы можете узнать, как люди, не знаю, столетия назад создавали какие-то вещи. В том числе и, в принципе, не столетия, да и тысячелетия тоже назад. Как художники создавали какие-то новые стили, новые направления в искусстве. Каким образом они что-то придумывали, делали то, чего не было раньше. И это позволяет нам не только увеличить нашу насмотренность, что сейчас все говорят, да, то есть надо зайти, провести 10 тысяч часов на Behance, и тогда мы сможем делать что-то похожее. Дело не в насмотренности, дело в том, чтобы понять принципы создания новых вещей. И это мы можем увидеть там в истории. И второй момент. Теория позволяет нам... Вот здесь был вопрос, как быть юному... там, джуниору, да, как ему убедить арт-директора в том, что он прав. Знать теорию. Если он знает теорию, и он может объяснить, почему его решение правильное, он может своими знаниями его переубедить. Он также может своими знаниями переубедить и клиента. И мы постоянно этим пользуемся. И я, например, конечно, не помню всего, но я знаю, где посмотреть. И когда у нас с клиентом есть там батлы там, о том, какой цвет использовать или каким образом там что-то увеличить, если я чувствую, что это неправильно, я ищу ответы в теории и могу аргументировать свою точку зрения. А, кстати, вот это я с волосами. И второе, университетское образование или какое-то такое фундаментальное образование дает вам возможность испробовать разные дисциплины. Мы можем попробовать все, начиная, во-первых, разные сферы области, да, там типографика, цвета и так далее, но и совершенно разные дисциплины. Я, например, учился на интерфейс-дизайнера, то есть то, о чем я и рассказываю, но в процессе обучения мы проходили и, пожалуйста, там стулья делали, какой-то продуктовый дизайн мы делали. Что мы делали? Мы делали, например, книги. Это книга с всякими разными типографическими элементами, которые, экспериментами, я бы сказал, которые мы делали полгода. Потом мы делали корпоративную идентику, да, там логотипы и всякие упаковки. Что-то, что можно потрогать, что-то, что можно распечатать и посмотреть, как это выглядит в реальной жизни. Вот еще один пример корпоративного стиля для пекарни и, там, под Берлином. Примерно так это выглядело, реально существующая пекарня, если что. И вот стул, например, который мы шили, то есть делали раскрой, покупали кожу, все это руками сшивали, все это ручная работа. И это как бы немножко наш мозг заставляет думать в разных направлениях о том, что такое вообще эстетика, да, что такое юзабилити с точки зрения этого стула и так далее. Вот еще один классный проект – бетонная вешалка. Это все курсы с курсов университета, и это все относится к интерфейс-дизайну, хотя, казалось бы, с каким образом. Это тоже я. И последнее. Думаю, последнее. Сейчас я тоже прохожу обучение. То есть обучаться чему-то новому – это очень круто. И очень круто, что вы сегодня здесь, потому что вы явно это понимаете. Я прохожу курс в частной школе дизайна, она называется Hyper Island, находится в Стокгольме. И мы недавно проходили, курс по управлению креативными командами, в принципе. Но у нас была недавно дискуссия, почему в какой-то момент многие дизайнеры перегорают. Многие дизайнеры не то чтобы даже перегорают, они просто теряют мотивацию. И им кажется, что все уже было сделано, все надоело, очередной этот проект задолбал уже. И все такое. И как бы не видят развития дальше. И причина тому, что человек перестает обучаться, он погружается в рутину. И мы считаем, что наша задача как дизайнеров сменить фокус с этого безжалостного выполнения задач, типа
увеличение KPI, там еще какие-то вещи, к постоянному обучению. Мы каждый раз, вот это недавно мы ввели у нас в студии, каждый раз, когда мы начинаем новый проект, мы делаем такой kick-off митинг, в котором мы расписываем все задачи и так далее, но в том числе мы расписываем, чему мы научимся на этом проекте, почему для меня лично, как дизайнера, этот проект будет интересен, чему я научусь или чему я хочу научиться. И тогда мотивация действительно остается, тогда мы развиваемся, и тогда нам кажется, что столько еще неизведанного, столько еще крутого, столько еще того, чего я не знаю, и что я могу попробовать, и быть креативным. И это очень-очень сильно мотивирует. И еще один момент, 3 минутки у меня есть. Часто мы с вами сталкиваемся с творческим кризисом, так называемым. Так вот, творческий кризис — это мало того, что нормально, это необходимо для креативного процесса. Творческий кризис говорит о том, что вы в поиске, о том, что вы не знаете, что вы делаете, вы не уверены. Творческий кризис — это, в принципе, страх прокрастинации. Кризис — это страх, но это не преграда. И когда мы работаем над каким-то проектом, мы всегда испытываем творческий кризис. И профессионалы, и ваши кумиры, если вы видите какие-то гениальные работы, они тоже прошли через этот момент. Разница, в принципе, между профессионалом и новичком только в одном. Только в том, что профессионал может увидеть какую-то идею и вы, как за ниточку ее как бы вытащить и исполнить на высшем уровне там, со знаниями теории, типографики и все прочее. Но перед поиском идей, перед поиском дизайн-решения мы все равны. И отличие только в том, пойдете ли вы до конца в своем поиске или решите идти протоптанной дорогой, как делает большинство. У меня все, спасибо. Спасибо, Гош. Ну что, давайте вопросы. Здравствуйте. Здрасте. Спасибо большое за выступление, было очень интересно. У меня довольно объемный вопрос. Я хотела бы спросить, на примере таких проектов успешных, функционально-визуально, про работу команды. Вот, например, мастер-класс. Сколько людей работали над проектом, сколько заняла работа, именно интересует количество человек в дизайн-отделе, какие были трудности? На самом деле команды у нас довольно-таки небольшие, максимум человек 7. На мастер-классе работала... Человек 6. Человек 5 и еще один копирайтер. Он все время за пол человека считает. Шучу. Так вот, в принципе, да, 5-6 человек. Я не помню, я ответил на вопрос или там еще какие-то были? Дизайнеров, да, только или нет? Сколько или дизайнеров? Вообще? Да, да, дизайнеров. 2 дизайнера. Один, у нас все время один лид-дизайнер, который как бы ведет, и второй ему помогает. И причем тот, который помогает, он не обязательно джуниор, он может быть даже выше него стоять. То есть какой-то человек, который просто на себя берет ответственность ведущего, и второй ему помогает. 2 UX-ера, продюсер, копирайтер. Причем, скорее всего, лид не на 100%, да? Что-что? Лид, скорее всего, не на 100% работает. Лид работает на 100%. Если не на 100%, работает как бы креативный директор, например, который типа смотрит, что все... элементы соединялись успешно, но у нас, да, я, например, как лид, работаю все время только на одном проекте, может быть, максимум 15% могу на что-то отвлекаться, но в целом все время на одном проекте, да. Окей, спасибо. Георгий, добрый день. Здрасте. Большое спасибо за рассказ. Вот возвращаясь к вашей первой работе в фэнтези, когда арт-директор подошел, сказал... Поближе. Поближе. Вот так лучше? Да, так лучше. Возвращаясь когда к первой работе фэнтези, когда арт-директор подошел к вам и сказал, что задача нарисовать концепт сайта. Да. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как арт-директор ставит задачу перед дизайнером? Ну, у нас мы очень часто участвуем в питчах, это в тендерах так называемых, да, то есть мы боремся за проект. И, как правило, именно на этом этапе начинается поиск какой-то идеи. И
он не подходит и говорит, там, делай что-то. Он просто присылает бриф, описание, в котором, в принципе, понятно, какая цель этого редизайна, если это редизайн, какая цель целевой аудитории, какие-то такая базовая информация. И на уровне тендера нет особо никакого ресерча целевой аудитории, нет никакого там серьезного анализа. Мы просто делаем какой-то концепт, какие-то прикольные идеи, которые мы потом можем показать потенциальному клиенту, и он скажет, эти ребята могут, и он у нас заказывает. И тогда уже идет полная разработка. А то, что я показывал, это было, конечно, так, прикол, скажем так. Ну, то есть какие-то идеи, которые мы показываем клиенту, что мы можем думать широко. Спасибо. Пожалуйста. А, кстати, хотел ведущего спросить. У нас еще время. У меня там еще есть ролик на 1,5 минутки в конце. Можно за него зарезервировать время? У нас есть минут 15, отлично, так что я думаю, отлично. Мы справимся. Просто за 1,5 минуты до конца мы там остановимся. Окей. Да, извиняюсь. Спасибо за выступление. Пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот вы показывали проекты, так эмоционально о них рассказывали, то есть видно, что у вас сама идея того же мастер-класса, она очень зажигает. Как вы думаете, вот... Если идея, ну, не настолько вдохновляющая, ну, я не люблю это слово, но не так зажигает, насколько реально создать крутой продукт с высоким рейтингом, если не цепляют, вот, ну, не находишь ничего уникального. Мне кажется, сложно. Мне кажется, поэтому я, например, не работаю и навряд ли когда-нибудь буду работать в продуктовых компаниях, потому что я быстро перегораю, и этот мастер-класс, если бы... Он длился больше, там, не знаю, полугода, я бы, наверное, уже, блин, задолбался одно и то же смотреть. Вот, и мой уровень заинтересованности, а следовательно и уровень работы падал бы. Я думаю, что поддержать именно вот эту мотивацию можно как раз думать, если проект неинтересный. У нас был проект, например, для банковской сферы, я ненавижу банковскую сферу, это одно и то же, вообще одно и то же. Но мысль была в том, когда мы работали, а чему я могу научиться? Окей, давай сделаем какую-нибудь вообще просто приколюху, такую вообще, которую никогда не делали, и попытаемся ее продать. И, например, VR, или там еще какую-нибудь там искусственный интеллект, там еще какую-нибудь фигню. И за счет этого можно поднять свою мотивацию. Окей, я делаю, конечно, хрень, которая мне неинтересна, или там тема мне неинтересна, но я делаю это с другой мотивацией. Я делаю это с тем, чтобы научиться чему-то другому. Вот и все. Я думаю, это может помочь. Я так себя спасаю иногда. Okay. Спасибо. Привет. Привет. Спасибо за выступление. Очень много тем ты затронул. Я сегодня как раз-таки узнала, что ты попал в фэнтези не с первой попытки, и это был такой довольно непростой, нестандартный ход. Да. И вот ты начал свое выступление с того, что попав в эту крутую контору, ты, ну, немножко... Как это сказать? Это был факап, да, первая твоя работа. Что сделал? Ну, поближе микрофон. Неудачно сделал свою работу первую. Да, да, очень плохо сделал. Да. Так вот, твой опыт уже был довольно-таки большой. Ты сказал, что ты фрилансил уже 10 лет. Да. И как на тебя вот конкретно повлиял этот случай? Ты когда пересмотрел свой подход в работе, может быть, это, наоборот, было каким-то большим огорчением. Ну, как это повлияло, на самом деле? Ну, конечно, это было огорчением. Я, в принципе, и рассказывал это с тем, что повлияло это таким образом, что я понял, что делать то, что ты умеешь, или делать то, что ты чувствуешь комфортным, и считать себя... Ну, как бы я считал себя, ну, нормальным дизайнером. Меня все лайкают. Вот это самая большая проблема, ребят. Если у вас на дрибле там 1000 лайков, это ничего не значит, реально. Это значит, что вы следуете трендам, скорее всего, и люди могут их считать. Но вот для меня это было большим откровением, что на самом деле это все хрень. И великие дизайнеры не имеют аккаунтов на дрибле и не могут... И не получают, даже не получили бы никаких лайков. Вот. Для меня вот важным заключением было то, что надо к каждому проекту подходить как к чему-то особенному, к чему-то новому, и это не рутина, и это не... Ну, нельзя быть в этом на 100% уверенным. Надо все время что-то пробовать, что-то рисковать даже таймлайном, то есть мы можем что-то не успеть, но надо вот все время в каком-то... Вот стресс, на самом деле, для меня стресс — это питание для креатива. Стресс и незнание. Две вещи. Вот. Ну, это не всем подходит, я думаю. После этого аккаунт на дрибле удалил? Нет, я его веду, и я пытаюсь как-то заниматься своим самопиаром и таким... Потому что это
это возможности. Тебя приглашают на работу, тебя приглашают там, на какие-то интересные конференции и так далее. То есть заниматься своим брендом нужно, но считать, что это означает, что ты высокий профессионал и ты можешь левый, там, мизинцем левой ноги что-то нарисовать, это будет круто, это ошибочно, я бы так сказал. Спасибо. Привет, Георгий. Спасибо большое за доклад. Такой вопрос. Креативные решения – это всегда риск, что они будут не поняты конечным пользователям и что бизнес потеряет на этом. Да. Как маленьким бедным студиям валидировать такие решения, валидировать такие идеи? Или это прерогатива только больших компаний, которые могут вот этот самый minimal lovable product выкинуть и начать сначала? Да. Спасибо. Не, ну, естественно, маленькая там, ну, команда из 6-7 человек, она не может сделать редизайн Ютуба и сразу попасть в десятку. Как правило, нас нанимают команды, у которых есть уже дизайн. Что происходит? Дизайн команды внутри, да, например, если мы там делали для Fubo, если зайдете на мой Behance, то вы увидите, например, работу Fubo. Это приложение для телевизора и так далее. Оно там очень красивое и там классное, но у них есть свои дизайнеры, целый отдел, который занимается оптимизацией. Мы делаем только как бы первый толчок, мы придумываем какой-то концепт, мы придумываем, как это будет все выглядеть. Естественно, мы делаем юзер-тестинги и выезжаем и так далее, и так далее. Но наша задача именно креативная в первую очередь для таких больших заказчиков. И естественно, есть косяки, есть итерации, через которые это все проходит. И я думаю, что то есть мы выпускаем, вот реально, вот честно, закрытая информация, мы выпускаем проект, скажем, за полгода, но потом еще год идет его оптимизация, и под конец он может выглядеть вообще на 50% по-другому. Но это как бы жизнь. Это пути пользователя, они не всегда очевидны. Вот, поэтому это все время эксперименты. Да. Спасибо. Сейчас иду. Спасибо большое за доклад. Очень понравилось. На самом деле очень много вопросов, некоторые уже задали, в частности предыдущий. У меня был такой же вопрос. Но задам еще один, который у меня тоже вертелся на языке. С фантазией у вас очень все хорошо. Это классно, реально очень прикольно. Но мне интересно, как вы проводите грань, когда уже слишком креативно. То есть как вы внутри команды решаете, что вот до этого уровня, ну, естественно, в рамках... Естественно, а что значит слишком креативно? Поясни тезис. Ну, понятное дело, что вы ограничены возможностью технологий. Ну, да. Вот. Но до этого уровня еще, естественно, ну, можно накреативить очень много всего. И как вы решаете, что, ну, допустим, кейс с мастер-классом. Вы сделали стену мастеров. Там можно было придумать еще, ну, наверняка можно, и, возможно, вы еще что-то придумывали. Как вы в команде и делаете ли вы это, разграничиваете? Но... То есть, когда вы говорите, что вот здесь все, здесь уже слишком креативно, люди этого не поймут. Мне кажется, мы не говорим здесь все, мы просто делаем еще и еще. Просто в какой-то момент, не знаю, либо бюджета не хватает, либо технологий не хватает. То есть, как правило, мы всегда находимся в контакте с клиентом, либо у него есть свой разработчик, либо наш разработчик. Мы все время с контактом с ним. То есть, как бы с точки зрения технической, у нас все время идет полная, ну, консультация с разработчиком, а с точки зрения креатива, ну, нет предела совершенству. Я не очень понимаю тезис, слишком креативно, слишком круто. Ну, не может быть слишком круто. Оно либо круто, либо нет. Поэтому, ну, на мой взгляд, как я это вижу, что-то отсеивается само собой. Может быть, какая-то просто вообще crazy идея. Там, вот я про такие, да, там, говорю. С виртуальной реальностью, мы смотрим, что она неприменима к данной ситуации. Мы там, и, как бы, чисто, естественный отбор. Все же самая слабая идея, она отпадает. Она может быть визуально красивая, да, но технически она не работает. Или никакого дополнительного value, как бы, она не имеет. Ну, такие, ладно. Ну, как бы, я не знаю, вопрос такой неоднозначно. То есть мы, естественно, отбор, также общаемся и что-то убираем, что-то оставляем. Ничего такого groundbreaking. Добрый день. У меня такой вопрос. У вас очень большой опыт, и, может быть, у вас на проектах были когда-то детские кейсы? Детские?
Да. Конечно. А было в ролике? Да, у меня краем глаза зацепилось. Да, был мы делали детский YouTube. Детский YouTube. И еще какую-то штуку, ну, которая была на экране, это управление по, ну, как бы у детей есть свои какие-то интерфейсы, на которых они могут смотреть всякие мультики и прочее-прочее. Там есть такие были, она в виде такого рта, там разные монстры, и ты можешь переключать разных монстров, и это, в общем, так все на мозгах завязано. И есть та же связь с мамой, там мама может тебе там что-то запретить смотреть или позвать тебя на обед, и всякие такие разные прикольные штуки. Да, это тоже было. Да, теперь, собственно, вопрос. Есть ли у меня дети? Нет. Расскажите, пожалуйста, как на детских проектах быть вообще с эмпатией, потому что это очень большое расстояние между нами и детьми. Как вообще вы ресерчите, как это происходит? Вопрос вообще отличный. Сразу дайте приз. Не знаю, я участвовал только на одном проекте, вот этом с монстрами, и мы тестировали чисто на своих детях. Собственно, на детях в студии. И мы просто пытались что-то придумать, что нам кажется интересным. Но вот вопрос хороший, потому что вчера я летел в самолете, и там рядом со мной был ребенок, и ему показывали какие-то совершенно отвратительные ролики для детей, где какие-то дети, наряженные в костюм колбасы, там еще во всем что-то такое, они прыгали и пели ужасные песни, танцевали ужасные танцы. И ребенку нравилось. Я тоже задался вчера тем вопросом, каким образом разработчики вот этого видеоконтента поняли, что детям этот ужас будет интересен. У меня нет ответа на этот вопрос. Мы тестировали, чисто делали, как мы считали наиболее правильным, и тестировали на детях, которые с нами, ну, у нас в офисе у ребят есть, и они приводили детей, и мы там что-то веселились и так далее. Но это целый вообще ящик Пандоры для меня. Я не знаю. Я думаю, что это очень интересно, это своя сфера. Ребят, последний вопрос. Давайте последний вопрос. У меня еще есть буквально маленькое-маленькое видео показать. Привет. Привет. Меня зовут Олеся. Спасибо большое за выступление. У меня, в общем-то, два вопроса. Первый в продолжение предыдущего спикера. В чем вот граница между креативностью и юзабилити? Это первый вопрос. А второй, вот ты рассказывал про первый кейс с этим атлантическим лайнером, и сказал то, что вы повысили значительно оценку и, собственно, опыт использования, но вот как это произошло, то есть на основе чего вы это сделали, какие вы сделали там ошибки в первый раз, ну вы как бы опытная команда, там креативность, все дела, и вот, ну, все равно совершили какие-то ошибки, потому что как бы никто не застрахован. Ну, вот хотелось бы. Ну, вопросы связаны на самом деле. Потому как раз-таки второй вопрос отвечаю, ну, связан с первым, тем, что да, мы сделали очень все креативно, круто, и мы делали, как мы хотели, выкатили в Apple Store, и люди не понимали, как заказать билет или как куда-то пройти и так далее. И это как бы как раз тоже отсылка к одному из предыдущих вопросов. Тестирование и продуктовая команда самого заказчика. А у них тоже есть сама огромная команда дизайнеров, которые это тестировали, смотрели какие-то метрики и говорили, это не работает, и мы все переделали, делали так, что уже было круто. Ну, нужно найти баланс. Но креатив должен быть не сам по себе, а он как раз служит UX. Он служит UX, улучшает его и… Ой, я что-то нажал. И повышает его. Но как бы, то есть, тут такое жонглирование между UX и эмоцией. Нам надо дать эмоцию и не ухудшить или даже улучшить за счет креатива UX. И это такой все время процесс поиска, процесс жонглирования. И частенько случается, что мы выкатываем, как вот с RCCL получилось, да, с Royal Caribbean. Мы выкатили оценка 3. Люди хейтят, ненавидят это приложение. Потому что, конечно, красивый корабль и анимированная вода никогда не пересилит юзабилити. Только так. То есть, и мы, естественно, испытали большой стресс, и потом, ну, давай все переделывать. И в итоге вы можете скачать, кстати, эти приложения, которые я говорил, они все есть в Apple Store, вы можете скачать и посмотреть. И как мы пытались сохранить вот этот интересный визуальный дизайн и юзабилити одновременно. Это процесс. Это не так просто, как казалось бы, на что можно дать такой однозначный ответ. И все. Это такой процесс с опытом. Мы никогда не знаем, что мы делаем. Спасибо. Вот. Пришел, короче, злой модератор. Можно? Да, давай видео, а потом мы дадим...
призы. Надо подключить за опять мою... Ребят, подключите, пожалуйста. Презентацию. На днях, буквально месяц назад, компании исполнилось 20 лет, и мы сделали редизайн логотипа, типографики. Поиск этого логотипа был 4 года, занимал 4 года. И сейчас я покажу небольшой ролик, как мы это делали, какой процесс поиска. Тоже о том, что мы не знали, как и что мы должны сделать. Мы просто искали, потом нашли результат. И все, в принципе. Я хочу просто показать, поделиться таким видео, которое мне очень нравится. Так. Что с этим? Like I'm running and I'm feeling like I gotta get away. Better know that I don't and I won't ever stop. Cause you know I gotta win every day. Yo! She didn't really wanna pop me. Yo! Just know that you will never flop me. Yo! And I know that I could be a little cocky. Yo! You ain't never gonna stop me. Every time I come a nigga gotta set it, then I gotta go and then I gotta get it, then I gotta blow and then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna did it. Then I'm gonna murder everything and anything about a boom, about a bang. I gotta do a lot of things to make it clear. I see a couple niggas that I always win and then I gotta get it again and again and again. And I be doing it to death and now I move a little foul. Nigga better call a ref and everybody know my style. Niggas know that I'm the best when it come to doing this. And I be banging on my chest and I bang in the east and I bang in the west. And I cannot give you more and I will never give you less. You will hear it in the street or you can read it in the press. Do you really wanna know what's next? Let's go. See the way we on it and we all up in the race. And you know we gotta go and try to keep up with the pace. And we struggling and hustling to set it and to get it. And we always gotta do it, take it to another place. Gotta taste it and I gotta grab it. And I gotta cut all through this traffic just to be at the top of the throne. But I know I gotta have it. Look at me now, oh. I'm getting paper, look at me now, oh, look at me now, yeah. Fresh to the bone. Okay. Is that right? I'm fresher than a moth. И анимация. Это к вопросу о креативном блоке. 4 года поиска. И наконец-то что-то получилось. Очень круто.